Сегодня я вам хочу рассказать о проекте, который можно заработать. Называется MonoDX Crypto. Вы можете инвестировать туда и прибавить себе немножко деньжат. Напоминаю, что это все хайп-проекты, поэтому вы должны выделять ту сумму, которую вам будет морально не жалко потерять, потому что это хайп-проект. Досмотрите видео до конца, и вы будете знать, что это за проект. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Ну что, друзья, давайте знакомиться с проектом. Вот наша главная страница. Если вам непонятно, что здесь написано, всегда можно перевести на русский язык. Вот, пожалуйста, умный способ инвестировать в криптовалюту. Начать сейчас. Нажимаем «Начать сейчас». Нам нужно зарегистрироваться. Вот, вбиваем здесь имя. Пускай будет на английском языке. Вот у меня как канал Apple Expert. Так мы это сделаем. Ну и после того, как вы все ввели, обязательно номер телефона в международном формате. Логин, пароль, все там, все в принципе просто как обычно. Нажимаем регистрация, все, сохраняем пароль. Проверьте свой почтовый ящик, чтобы подтвердить регистрацию. То же самое делаем. Ждем, пока нам придет сюда письмо. Вот, ну и здесь, конечно же, подтверждаем. Нажимаем сюда подтвердить, все. Старт трейд, повторяем нашу регистрацию. Входим, все, в систему у нас вошло. И вот так вот это дело выглядит. Переводим сразу на русский язык, чтобы проблем у нас не было. Смотрим, вот здесь у нас кошелек, автотрейд, API информация. Начинаем с кошелька. Все, у нас здесь видна монета, все те, в принципе, криптовалюты, которые у нас основные на рынке. То, что нам нужно. Автотрейдинг, это то, что у нас здесь показывается прирост данной криптовалюты, которую мы можем выбрать. Но нам пока это не нужно. API автотрейд. Вот. Это, в принципе, объясняется, как это работает. Все идет кодирование каждой криптовалюты. Здесь есть выбор каждой из криптовалют, как это все, в принципе, будет действоваться и работать. Все, это нам объясняется. Боты работают онлайн. Все. Дальше. Информация о ботах. Классический. Вот у нас до 1,1% в день. Вот у нас ежедневный процент такой-то, 7-дневный такой-то, альфа плюс, прибыль за месяц, и вот прибыль омега плюс. То есть, что мы можем здесь, в принципе, видеть, как это работает. Вот здесь есть разные боты, это искусственный интеллект, который работает на прибыль. Дальше. Идем у нас, это компания у нас Anas. То, что это мы группа разработчиков, короче, с многолетним опытом и так далее, и так далее. Вы здесь, в принципе, сами можете с этим ознакомиться. Весь доступный функционал будет вам по ссылке в описании. И вот есть менеджеры, те же самые сотрудники, которые здесь с ними работают. Разработчики и прочие люди. Давайте дальше. Ответы и вопросы. Это связаться с компанией, партнерство. Вот, ваша будет реферальная ссылка в самом верху. Здесь у вас рефералы, деньги заработанные и там рекомендации и так далее, и так далее. Это ваша, там, скажем, рабочая панель, с которой вы будете работать. Вот, VIP настройки. Давайте перейдем сразу в настройки. Здесь вот вы можете, идентификатор вашей регистрации будет. Вот, вы здесь можете ввести свой Telegram, Instagram, Facebook и подтвердить запуск бота, службы поддержки и так далее, и так далее. Все то, что вы здесь можете найти. Положение и условия. Вот можете ознакомиться с этими всеми данными, которые здесь у нас есть. Вот как это у нас работает регистрация, как можно вот план ботов работают, условия плана использования веб-сайта, услуги, положения данных, прочее и прочее. То, что в принципе полагается, каждая компания должна выставлять это все дело. Автотрейдинг, вот запуск бота, нажимаем запуск бота, выбираете валюту, которую вы будете вложить, срок, опять же ставите процентную ставочку, уровень, все, автотрейдинг, и задаете количество, то есть и процентное соотношение, нажимаете, все, за вас в принципе все будет делать данный из этих ботов. Как можете видеть, вот здесь есть вся структура тех валют, которые вам нужно выбрать. Вот есть разные боты. Вот у нас получается классический бот от $10, скалпер бот от 150, бот RST от $400, GoM бот от $1200, бот HAS от $200-$250 доход. И каждый из этих ботов, естественно, будет прирост намного больше. Вы здесь только выбираете ту валюту, в какой будете майнить, там биткоин, USDT или еще как-то можете выбирать под себя. Здесь вы выбираете сроки, здесь у вас будет сетка, здесь у вас будет уровень.
Система будет определять, и здесь вы выбираете количество. Все. Вы, в принципе, с этим можете ознакомиться. Ничего сложного здесь нет. Чем больше, естественно, сумма, тем больше у вас будет прибыль. Все. Никаких нареканий здесь нет. Все, в принципе, это будет в описании, если вам будет нужно. И как бы деньги заливаются все точно так же, просто прикрепили свой электронный кошелек TRC20, как обычно это работает, и можете начать инвестировать. Нажимаете начать, вы хотите запустить бот HMSA, нажимаете да, все, и никаких проблем, это все будет маниться. Но вам нужно будет указать сумму, пополнить счет. Ребят, изначально первая страница, это же wallet, она и есть. Здесь вы выбираете ту валюту, в которую вы хотите внести депозит. Если это TRC20, вот здесь вы указываете вашу сумму, USDT, сумма, здесь вы указываете свой электронный кошелек. И нажимаете платить pay. Все. И как бы опять же определяйтесь, какая у вас там будет валюта. Здесь вы инвестируете, а там, где я вам только что показывал, вы там уже проводите работу, заказываете бота, период и в принципе все остальное. Все, ребят, ничего тут сложного нет, все в принципе работает, вот у вас будет история платежей, вы здесь можете ознакомиться с тем, что вы проработали, здесь можете переключать цветовой режим, если вам это будет необходимо. И вот так вот, ребята, это в принципе и работает. Друзья, ну вот сами все видели, в принципе все доступно, понятно, ничего не нужно тут сверхъестественного, есть бот, выбрали. Определенный бот отвечает за определенную сумму, по срокам сами выбираете, каждый срок отвечает за то, что прибыль, естественно, будет больше, риски видите, все остальное, каждый из менеджеров, все описание есть, в принципе, можете просто напрямую написать в компанию, на техподдержку абсолютно все данные есть. Если будет что-то непонятно, конечно же, обращайтесь, отвечу вам на все комментарии. А так, подписка, лайк, комментарий. Обязательно делитесь этим видео с вашими друзьями, близкими и знакомыми. Дальше больше, скоро увидимся.